Да, это нормальный ромб. Ой, ромб. Да, я помню. Да. Да, все это. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки... А с притяжки всегда лучше начинать. Поставь сатэма, Гикаду. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Поставьте тотем, где пропал. Крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел... Ты на хп дайте. Я вылетел. Заберите там этих. Сейчас захожу. Все, зашел, забрал. Почему нету?
Звездочки стоять, это очень такое сложно. Какая разница, никто ж не просит наперед забегать. Конец. Все нет. Подряд. Надежда тает. Там вальки летают аккуратно. Бой, ты говоришь что-то? Заметь, у него 6К написано. Так, а что тут я не бомбом взять? Какая разница? Тут тоже сколько там, 5,9 или? Или он 5,6 этой бомбом?
он переоделся уже. Там старый дом. Да. Ника, доставь тотема там, где протопал стоит в начале. Да-да, я тут. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Гимн, скажи кому-то.
меня схватила Валька со скринем. Всех Валек бьем, трусы тоже бьем. Те две бьем, потом трусы тоже. Бейте ромбик первее. Трусы еще станут, его есть. Ромбик добили, в трусы переключились, дайте стан. Трусы, трусы добили. Кинули трусы. Нормально. Я на тапках убегал. У нас минус. Так, Валька, Валька. Как они дожали, которые не трусы, Ром? Кружок схватили, он без стана. Вары тоже можно. Вары тоже можно поднять. Yeah.
чтобы вершить суд над Артасом? Чтобы уничтожить короля Лича? А, да. Не должны оказаться во власти ледяной скорби. Нет. Да, да, да. Слышно было. А, да, он пытался, там нельзя уже риснуть его. Есть гимномаган. Не, он то, что на платформе был. Верняк. Боже мой. Конечно. Малышка, беги! Сука, забыл квест взять на шкатулку. Так там же не надо брать. Надо? Ты просто берешь шкатулку, а с шкатулки уже берешь квест или предмет. Нет, там квест убить Лича. По-моему, да. У меня не было никакого квеста убить Лича. Не звоню? Нет. У меня был квест убить Лича, но никакой шкатулки с него после этого не упало. Я просто этот квест сдал, после того, как его убил, и все. До сих пор ничего там нету. Попробуй тут, потому что у меня квест, без квеста квеста на Лича. Ну там, типа, деньжат вроде с ними не было. О, не хочешь. Продам цветоносно. А меня слышно сейчас? Да. Вообще-то его труп упал после комнаты вниз. Там такая херня у меня тоже была, я когда тоже сорвал, как умер, и это... Джейлис пыталась меня резнуть, она говорила, что типа не может. Да там у нас с Поклонским немного.
Мискоммуникация получилась. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай разбить эти оковы. Сова набирает больше 3 шп по сферкам ледяным. Где у нас что, демон на 3-м месте? Или это Африка? Ну, Азион, вон на 3-м плечу. Ну ты хоть шаришь, что если он в демоне, то это жесть, как круто. Я не знаю, в чем он. А если он не в демоне, то это очень плохо, потому что мы были без демона. Чё, двухдневный? Хоть сферки били. Ну-ка не, Вань, в сферки, пожалуйста. Да, и завоевать. А собачьи кимя тоже. Пицца. Хоть что-то унес. Давай, Зов. Ну, фронт. Яга. Вот один уже ставил портал в Каминор. Он же этот, он же на холле котопа идет аркус, да? Блять, ну 5.9, естественно. Все докладно, чтобы ты купил. Я тоже свеча.
Сан, тебе ПМ. А, я не с плеча, я с профа тебе ПМ пишу, видишь? Да. Я ж тебе, блядь, говорю, не могу этого чара в ГИ загнать. Кинь либо Ледышторму, либо Метеор. Сука, ну не могу я его загнать, палево будет. Понимаешь? Да. На кого-то, по-моему, получал. По-моему, на Ледышторма получать. Должен был за... Ну, смотри, я в 10 гер ходил, там по 400 должны были накинуть за 4 босса, блядь. Но я не знаю, накинули ли. Ну я же тебе говорю конкретно, кого получал. Должен был получить 400 на Ледышторма. У нас отдельная ЕП за 10 гир, за 25 гир. Все ты за 10 гир имеешь в виду? 10 гир, да, там. Я с кем же я ходил? С Димой ходил. Так при чем здесь 10 гир для 25 гир? 25 гир с вами вообще первый раз вот потубил, грубо говоря. Как с вами ходил? Пугом раньше, а именно так, чтобы гильдии чаром не ходил в первый раз. Читай правила, там в РК написано. Можно получать за конкретный рейд один раз. Так и пишется на русском Ледышторм. ТК. Да. Тяжко, могу зайти. Ледышторм. Думаешь, стоит? Стоит, стоит, давай, погнали. Онлайн 31. Ты учитываешь, что человек 10 из них не пойдут точно, если не больше. Может, и ВК устанемся, да? Попробуй. А что, и ВК не ходите, пацаны? Собираешь, нет? А можно пока что пати? Можно? Пока что пати на саму, а потом...
потом, когда будет восход, я заберу. Не, я спать пойду. В смысле спать, ты чё? Вырезку, конечно. Танчить-то надо кому-то. Не был в Ростке. А, в Ростке был. Вчера в рейде, когда пробовали собрать, был, но не собрали же. КД нету. Угу. Еще лок есть и хант. Нет. Ну, посильнее рибки, но все равно. Ой, есть хант 6.2. Но с руками. Тоже не в гильде, но этого можно в гильду посадить. В смысле, я в рейде был палом, могу этим же палом пойти в РС, ну это Бриариус, который...
Я вместе с Риткой, можно сказать, сделаем одного нормального хента, Джерриана. Ну, в качестве напула. Ну да. У меня тоже маг есть, у моего брата. Но я не знаю, я уже давно им не играл. Ну, в общем, будет выбирай. Могу этим палом, могу хантом. Кем? Ну, он зайден. Я ПМ прихожу. Но если у Олега Эршам без КД, то надо Эршама найти еще протопала. Вот. И Рогу с хантом. И все, в общем-то. Ну, Ретрика еще. Я на Ретрика же зайду. А у Вареньки, наверное, много разных персов есть. Алло, собираете? Некогда. Холи приз точно есть, сова. Пропал. Если что, могу потом пойти, там 6-1. Ну, слабоват, конечно. Два у него точно есть. Одним он уже точно был.
Да, да, здесь. Не вопрос, палка будет. Варенька. А, палка. Он был палом. Он был паладином уже. Ваня Хэрли здесь. Олег Холипалом писал. Все, захожу на ретрика. Нет, я это легенда сама. Ты мне сказал, что на резерка зайти. С пугами вообще не вариант, да? Да Конрексис там же плюсовал рога, что он не идет? Он до этого плюсовал на Рексис, Хант и кто-то еще, они втроем плюсовали. Да, и Йолараш. Куда я же набрёрюсь? Ну если нет, то что, пошлите спать. Подожди, подожди, сейчас принесем. В смысле, а что мы ходим уже хрен знает сколько недель по три РСК? Надо четвертую тащить. Как оно
вообще ключевые классы есть. Можно солчата добрать. Твой-то когда? Ты как вообще, блядь, работаешь? Не, ну я вот, например, блядь, если я сам слушаю. И я вот, короче, например, по будням, вот в свои рабочие дни, мне прям хуёво дается. Целка максимум пронесу, и то еле как не высыпаюсь, короче, нихуя перед работой. А ты рейдишь и рейдишь. У тебя что за работа? Какой график? Нихуя себе. А ты кем трудишься? Даня, кулак или каски? Конечно. Там можешь, смотри, ФДК того 5.9 взять. Сам свет выйти и порыть, если что. Он вроде, ну это, ФДК 5.9, вроде он толковый. Я помню, заприставил.